dvhub.ru. Посмотреть видеоролик о работе университета третьего возраста. Пятый поток, который мы открываем. За время обучения у нас в городе прошли обучение свыше 250 человек. 250 человек, которые получили знания в различных областях. Нас поддержали, и теперь наши факультеты, наши университеты работают в муниципальных образованиях области. И вы знаете, на сегодняшний день я хочу уверенно сказать, что проект состоялся, что сегодня у нас нет потребности искать где-то слушателей. Вы сами все приходите к нам, хотя когда мы набирали первый поток, мы, конечно же, опирались на наш актив, тех, кого мы звали, их вовлекали. И вот как однажды сказал святейший патриарх Кирилл, если колодец пустой, то к нему постепенно зарастает дорога. И пустому источнику никогда не будет для того, чтобы набирать воду. Здесь же прямо противоположное явление. Действительно, поскольку университет дает много нового, интересного, полезного, люди приходят все в большем и большем количестве. И вот такая аудитория, которая представлена сегодня, это показатель того, что университет процветает, что дорожка к нему протаптывается, она никогда не будет зарастать. dvhub.ru